У меня ордер на арест Рамешвара Сингха. Открывайте. Гульшан Кумар и Ти-Сириес представляют. Загляни внутрь. Производство Панорама Студиос. Выгляни наружу. Правдивая история. Причина бедности нашей страны не в нищете. Основанная на самом длительном рейде. А в нечестности богачей казнократов. 1981 года в Лакхнау. После расследования мы проведем рейды. Уклонение от уплаты налогов должно быть наказано. Еще один новенький. Сколько можно? Меня отстраняли 49 раз за 7 лет. Пока не отстранят в 50-й, покоя не ждите. От режиссера фильмов «Аамир» и «Никто не убивал Джессику». Если я улыбаюсь, это не значит, что меня не пугает твоя принципиальность. Амай, ты же понимаешь, на что идешь. Если выхода у него не будет, его не остановит ничто, даже закон. Я не боюсь. Если будет нужно, я постучусь в любую дверь. В этом доме и муху убить нельзя без разрешения, а ты хочешь рейд провести? Уйдешь с пустыми руками. Только однажды я был с пустыми руками. На своей свадьбе. Но в какой бы дом я ни пришел, я обязательно нахожу, что ищу. Объясняю правила. В течение всего рейда вам нельзя разговаривать по телефону, выходить или кого-либо впускать в дом. Продюсеры. Кушан Кумар, Кришан Кумар, Кумар Мангат Патак, Абичек Патак. Я знаю, что моему мужу мелкие рейды неинтересны. Тебе нравится рисковать, а я постоянно боюсь за тебя. Значит, смелыми нужно быть не только полицейским, но и их женам. Все проверил, ничего нет. Ничего, сэр. Может, ложная информация? Внутрь-то вы зашли, а как выйдете отсюда? А кто меня остановит? Армия Его Величества. Рейд. Ничего не получится, только день потерял. Получится. Найду все 4 миллиона рупий. Режиссер Радж Кумар Гупта.